Красной площади оркестр имени Юзефа Выбицкого и рота почетного караула войска польского. Музыканты уже маршировали по Красной площади 2 года назад на параде Победы 9 мая. Сегодня они покажут, на что способны в сольном выступлении. Командир и первый руководитель оркестра майор Мирослав Рыкин, заместитель капитан Марчин Шлоунзак, командир роты почетного караула Томаш Селестинович, руководитель отряда барабанщиков Харунжий Мирослав Филимонович. Thank you.
Мы благодарим наших польских друзей за великолепное музыкальное шоу. Дякуємо нашим польським приятелям фестивалю «Спасська башня». До везення! До побачення!